последнее на сегодняшний день видео. Если действительно пройдет та информация, которую я узнал, то на этом месте через 30 лет будет трасса. Не будет этой лесопосадки. Здесь также есть колья с разметками. Ну, походу, не будет этого пруда. Хотя у него родниковое питание. Я не знаю, что с ним будет. Послушайте, сколько здесь птиц. Эту лесопосадку видно из окна моего дома. Насколько здесь деревья высокие. А если залезть на крышу, так вообще как на ладони. Но у меня машины нету, я к ней не стремлюсь. Возможно, я просто не могу понять автомобилиста, который будет экономить свои деньги на объезде. Благодаря этой трассе. Но они не могут понять одновременно меня. Потому что мне здесь нравится гулять. Здесь чистый воздух относительно лучше, чем в центре города. Вот. Лягушки уже попросыпались. Очень обидно.